Всем доброе утро. Всем привет. Какой-то ветер сегодня большой. Капец. Вчера солнце было. Сегодня пасмурно. Сегодня ветер холодный. Что ты там нашел? Зайка что-то нашел. Омывайка. Ну залей, почему нет? Пользоваться-то надо. У нас машина пропикала, закончилась омывайка. О! Вон какой чистый. Ага. Желательно это все уничтожить, эту всю грязь. Еще минус 22, его бы разбавить. Короче, омывайку сейчас зальем, машина сейчас прогреется, поедем заберем Сережину маму. Она говорит, можно я сегодня с вами покатаюсь? Говорю, можно. Ну и вообще я бы сегодня такая, чтобы... Вчера Тёме искали, кстати, вещи, так и не нашли. А сегодня я бы такая, чтобы посмотреть что-то, хоть какую-то кофточку, не знаю, себе и Сережке. Правда, с этими ценами, которые сейчас лупят, это, конечно, капец. Ну, мама уже ждет. Так, я не поняла, это что, мне сейчас выходить? Зачем? Чтобы маму посадить. Зачем? Зайка, курточка твоя падает. Поправь ее еще раз. Сюда. Мама читер. Здрасте. Щеку. А в смысле, нормальная щека? Не. А что с ней, что не так? Ну, может, да не знаю. Может быть, чуть-чуть. Но не болит? Болит. Так это что, вам еще раз в больницу желательно? Нет. А что надо сделать? Лекарства? Мне сказали, что я уже поздно узнала, в больницу, ну, в аптеку пошла, что какая-то гель есть от воспаления десен. А вы ее купили? Как бы я купила, когда я шла домой, мне только сказали. А, понятно. Ну, заедем, купим. Не проблема. Шо це? Пончик и еще типа... Не знаю, что это, но выглядит вкусно. О, господи, маме там с тетрадкой, с книжкой. Сейчас будем считать. Калькулятор нету. А, понятно. Так а что, тебе калькулятор купить? Вообще-то мой калькулятор на работе. А, просто что? Надо домой ей купить. Так где дома маленький какой-то просит? Так где? Да вау, сейчас купим. Ничего себе, сколько их там. А, я в шоке. Интересно. Ну, пока ночью минус и днем такой себе маленький плюс. В принципе, можно. Ну, капец, сколько их там. Там, наверное, знаешь как? Вот это этот самый. Подходишь, а тут метр на метр мое, тут метр на метр мое. И там, наверное, тоже сидят. Сейчас. Так, конечно, по-любому там сидят. Но тут видишь, сколько их? Ну, да. И мне когда-то, помню, рассказывали, что этот самый тут... Было их человек 100. А это нормально, что у него так работает? Он, наверное, блин, походу не знает, что он включен. Видишь, он по-сухому трет. Мы за ним едем, он трет и трет. Жалко вообще. Какие потом какое стекло будет разноширокое? Ага. Разные толщины вообще. Оно притерся хорошо конкретно там. Песком. Сказать. Так, мы нашли один магазин спортивной одежды. Сейчас зайдем туда. Да, Зая? А? Говорю, посмотрим сейчас на цены. Нет, если что-то есть, наверное, трусы по 5000. Ну, кстати, да. Наподобие, как твоя зимняя, только осенняя. Прикольные. Вот, там были эти. Это был неправильный флот. Правильно. Рисовали, да. А в его перчатки прикольные. Ты реально там просто по 5000 продал? Я видел. А, капец. Там цены просто жесть. Че, блин, там с ума поскочили. Не смешно. Зай, возьми сумку, чтобы положил себе туда этот дефлектор, чтобы он закрыл. А что я в своей машине должна забирать, убирать свои вещи? Ну это ж кое-что. Да я же ничего не привезла. Не, ну просто он, чтобы багажник вот этот не открыл. Он говорит, давай багажник положим. Будьте осторожны, говорю. А знаете что, мы нашли место в нашем городе, где мы ни разу за всю свою жизнь не были. Вот туда. Сказали, вот там. Укрытие, Зая, який вхід. Короче, сейчас идем на разведку, что это. Мы реально ни разу не были. Здрасте. Тут ничего нету. Мы зашли, там просто плитка продается, больше ничего нету. Студия танца еще есть.
ТРЦ написано. Там плитка. Если не соответствует этому, надо же писать его в интернете. Ну, тут надо было... Вот, помогаю. Так. Где тут есть еда и кофе? Зая, мне надо этот купить. Он тут есть или нету? А его тут нет. Зая, надо мускул найти. Там дорогой, надо мускул найти. Срочно. Там есть с ушками. Можешь одеть с ушками. Пончики есть? Срочно. Не, а то я штуку больше не собираюсь. Возьми Тёмик вот эти три маленьких. Кого? Пончика. Да. За 40 гривен? Сколько? Ну да, 40 гривен. Пончик. Положи на место. А я тебе что? Возьми Тёмику просто пончик. Возьми Тёмику просто пончик. Розовенький. Он любит его. А, мамашка пиво. А, точно. И у вас там есть закон. Не надо, не надо, он сейчас второй накроет. Я хочу целый пончик. Зая, сейчас второй. А что это? Печенье, я понадрызывал их просто. Я заметила. Что? Я вас позаботил. Что вы кушаете? Я ничего. А так можно? Так ящик надо. Пошел парашютом помахал. Во, 21-я. Он свежий. Более-менее. 17. Правильно, как всегда, то, что дальше, то и надо брать. Я ту хотела взять. Во. Да, я буду держать одну штуку. Первая. Нет, это ты сам держи. Зая, тут и ножики продают. Надо? Сереж, этот сырок жирнее, чем я. 26%. Именно карамельный. Отлично. А мне можно? Я знаю, что я буду пить. О, там маленькое. Надо скумбрию брать. А зачем ты взяла маленькие? А, это не кефир. Это не кефир. А, это думаю. Короче, мы тут кефиров. Печенька и кефир. Причем я не понял, уже понадрызанный. Да, понадрызанный. Из скумбрии. Из скумбрии. Просроченную вот эту? Конечно. Отлично. Здравствуйте, дайте нам какую-нибудь скумбрию копченую. Такую побольше. А вот та безголовая. Это она, да? Она же только дороже, да. Ты зачем? Ой, на 100 гривен дороже? Нет, зачем сколько? Так продать? Это 260. Ну, так без головы можно взять. Так, а вон такая же самая. Вот. Сюда пакет, господи. Да. Пакет-то забрать забрал, а удержать не я может. Я взял все, вот это ты еще долго думаешь. Ну да, спасибо. Все остальные забираю с подарок. О, кипяток, молоко. Пообщались. И хватит кипяток и молоко. Все, хватит. Костя! Вот теперь, Зай, ма, подай ему рюкзак. Вот этот. Аккуратненько, только не на полку сильно. Опа! Отлично. Спасибо. Во! Другое что дело. Там положил. Пакет мог бы тоже туда забрать, ну ладно. Зая, я ему достаю его переставить. Костя, переставь пакет на середину. Даже ноги вытрусил. Давай, хочешь, я сдам назад. Давай. Дальше нам надо этот самый заехать в аптеку. Маме нам надо найти гель, то, что мы этот самый посмотреть, то, что мы говорили. Правильно, мам? Ну да. Вот. Объясни, да. И потом домой. Готовить вкусную еду. Вкус. Хотя борщик есть дома зелененький. Но вкусную пока надо еще приготовить. Есть. Пока еще, да. Пока Костя не пришел, он еще есть. Конечно. Все по стандарту. Что, уже еще? Темно. Один чудак один. Там сидит. Двое. Двое. Уже темно, идите домой. Чем там жена такая, как ты? Так в смысле? Сидит, там, напрягает. Зачем тебе? Наоборот, когда темно, рыбы еще больше. Ну да, потому что других рыбаков нету, она плывет на одну удочку. На один прикорм, правильно. Держи, это тебе подарок. Да. Ма. А, у тебя же есть. Это другим бабушкам все это. На. Ой, боже, спасибо. Это от пацанов подарочек будет бабушкам. Спасибо. Мы передадим. Спасибо вам большое. Спасибо, очки большое. Удачи вам. Спасибо, и удачи. Вам тоже удачки. Спасибо вам, счастливенько. Увидимся. Вы что, отдали? А? Так у меня бумажек нету. Я им потом еще раз дам, они здесь каждый день. Там мы уже и шоколадки покупали. Мы уже им шоколадки покупали, им чего только там не давал. Так что они знают, что они жадные. Да. А кто-то на Q8 зажал. Ну да. Короче, маску купили. Мам, дайте мазь, пожалуйста. И что вы хотите сказать? А мне это не надо. У тебя телефон это тяжелее, чем мазь. Попробуй на вес. Ну, ничего нету. 20 грамм. 160 гривен. 160. Чего?
20 грамм 160. Она еще кто платил? Сделана. Кто платил? Так. Слава богу. Болеть нынче дорого. Сказала 3 раза в день. На язык. И после этого час не кушать. Нет. Или на мозги. Я сейчас сварю пюрешку. С мазью. Везет. Это же дорого, да. Потом на ночь намажу. После еды, ну, чтобы уже это положили зубы. А я знаю, откуда на пюрешку готовилась нападение. Я тоже знаю, откуда, да. Потрындели. Пюрешку нападение пойдет. А, что я? Ой, потом нам направо, я еду. Вы меня загорели, я уже домой еду. Ну да. А потом намажу, иду телек. И будете смотреть, звонить, вам не переживайте. Дай вам Бог, да. Буду вам звонить, не переживайте. Сначала, единственное, меня что успокаивает, что она... А потом буду звонить, дразнить. Верхней частью кроссовку. Что-то много кипиша было. Ничего страшного. Зато теперь потише. Ну да. Кипиш был, теперь его нету, теперь удовольствие пошло. Я иду с кофе, все пакеты несут. Да, ну, вы правильный человек. Так а что? Хоть раз в жизни так походишь. В смысле? Так я каждый день так хожу. Просто с кофе? Ну да. Без пакета? Ну да. А что, муж должен таскать пакеты? Да. В смысле, да? Чей-то. Чей-то, во, согласен, да. Я с кофе веду, мне все нравится. Успешный человек. Так и надо. Ну, много пакетов. Тут у нас этот рис, целый мешок риса. Мы так Костя от бабушки подогнали. Большое-большое спасибо. Великое. Да, но это надолго хватит. Так, что мы сегодня купили? Печенье. Это бабушка дала наши кончики, там еще что-то непонятно что. Моя тряпка, кефир. Сырки, которые уже выпадают. О, это скумбрия на 96 гривен. И селедка на 30 гривен. На 34. Ты понял? Больше тут ничего нету. А это? Ну все, это тоже. Все подарки. Привет. Помогите. Не помогите, не помогите. Я сейчас твою палочку буду есть. Вот эти. Домучила ребенка. Так, что у нас? А это тоже подарок. Тут он все так, как я у вас ем. Да. Будем делать. Лапша. Боже. Костя, откуда такие залежи лапши? Ну-ка. Скумбрия. О, это шпроты. Бутерброды. Это бутерброды. Шпроты бутерброды, да. И кукурузка. Все, прекрасно. Дай сюда. Господи. Поломаешь. Ты же не будешь сырыми есть. Все, у меня есть зеленый борщ. Насыпай. Вчерашний зеленый борщ. Старый уже. Ай-яй-яй. Он же был сделан аж вчера. Вечером. Ты шо? Да, вечером. Так, надо это все в холодильник убрать и насыпать кушать. Еда. Раз. Два. И вот так. Борщ. Последний раз зеленый борщ ела летом. А теперь можно и зимой. Так. И вот так. Знаете, много или нет? Да. Отлично. Поздно. Да. Получается почему-то всем одинаково. Вот. Это мне и Тёме осталось. Ой, да ладно, там еще даже на один этот останется. На одну тарелку. Наверное, может быть, но это не точно.
прекрасно. А что? Ты уже думал, что это тебе? Да. Я думал, что это мне. О, если мне несешь, значит оно горячее. Спасибо. Прекрасно. Мои руки. Приятного аппетита, твои руки. О, спасибо. А, хлеб не надо, простите. А зачем он нужен? Приятного аппетита. Смачного, бон аппетит. Я захожу, она рот стирает. Ты понял, готовит одна еду. Ага. Рыбку точит. Ну, ты что кричишь? Не кричу, я сам себя не слышу, я гол. А что такое? Короче, Таня делает какой-то ежик. Ежика? Ежика. Нет, черепашку. А, да, тю. А вы слышали песню про пьяного ежика? Не важно. Который ежик влез на провода. Ну что, его там током ударило? Да, да. Покупайте изоленту. Короче, Таня жарит, делает торт, блинный ежик какой-то там. Черепашка. Да, блин, ты черепашка какая-то. Ниндзя. Ниндзя, да. Иди послушай своего ежика, пожалуйста. Ну ты легче. Не смотри, то моя рыба. Ты сейчас доделаем, покажем. И она делает пюрешку, и она будет тоже идти туда. Ты, Серёг, как им пользоваться? А еще сюда будет идти мясо. Что это вообще? Вот турбо. Что надо им? Это игрушка. Это сейчас тебе кухни. Турбо. Для кухни. Даст ускорение. Кухонная хочешь? Игрушка. Хочешь? Не, спасибо. Ну я могу. Короче, будет туда пюрешка идти, и вот эта штука. Кто хочет узнать, как это выглядит. Как это работает. Как это работает, как это делается. В описании на наш новый канал. И там все будет. И вот здесь вот в подсказочке. А где-то здесь. Вот, конечно, конечно. Мы же готовим кушать, мы же просто живем. Увидела тревога. Почему бы и нет? Вы еще укрытие. Да, да, там все же кушают. Ну как тебе? Ты снимаешь меня, я снимаю тебя. Да, я согласна. Тёмику понравилось, смотри, какая классная штука. Я серьезно, не пожалейте, пойдите вы на канал на новый, посмотрите, это супер топово, супер вкусно. И между прочим, не сильно долго. Ну да, там 8-9 часов. Так, я так понимаю, по такому маленькому кусочку накушаться не хватит, но не хочется съесть сразу весь тортик. Вот реально. Поэтому сейчас его чуть-чуть в сторонку. Раз, два, три тарелочки. Что ж такое? О, бабушкина картошка, ее надо доесть. Ну, это сюда. И вот так. Во! Так будет лучше. Так. Дальше мне надо такая миска и такая миска. Закройся. Капусточка. Квашеная капуста с этими, боже, с перцем и с морковкой. С перцем болгарским. Вкуснотища. И бабушка дала мне секундая. Ну да, там мясо, тут рыба. Ничего, все нормально, все в порядке. А если что, есть еще и кефир. Вообще супер. Я не знаю, что... Боже, аж слюнки пошли. Я не знаю, что, но я это обожаю. Я вообще любую рыбу обожаю. Раньше не так было. А сейчас... Вот просто. Дайте мне только рыбу. Если отдельно селедку покупаю. Это потом. 4 кусочка оставлю. Не так? Во. Мне пока все нравится.
Так будет лучше и вкуснее. Я только разогрела картошку. Отрезаю тортик. Раз тортик. Во. И мне три тортик. Вот сюда. О, у меня что-то трошки есть. Так, ладно. Надо садиться жратки. Зая, вы готовы жратки? Отлично. Нятя. Прекрасно, спасибочки. Прекрасно. С моим голосом только петь. Няти. Спасибочки. Даже вам есть. Нифига себе. Да. Костя, отсыпишь. Навряд ли. Знаешь, у меня еще есть. Но это не вам, это мне. Это эта, которая... Да, с болгарским перцем. Правильно. Давайте быстренько нам свет включать надо. А то тут твоя селедка, твои проблемы. Все, приятного аппетита. Что тебе? Тебе же только что давали. Еще? А, а селедку нет, тут? Такой не будешь. Василий. Зафили. Пальцем. Не, он так царапнулся тоже, когда падал. А! Бусинка. Все, беги. Сейчас будет чай с вкусненьким. Что там показывают? Чай. А, да? Будет ли чай? Будем. Куда ж вы денетесь, господи? Так, раз, два. И три. Еще бардак поубирать, до полного счастья. Да это ерунда, это сейчас быстренько. Ты мне еще надо делать видео. Там 3-4 тарелки. Так, а фрукты? Одну сделаешь, на песенке хватит. Чего так мало? Было туда штука фирма. Зая. А мы рассказали, где мы сегодня были и что мы сегодня делали? А что мы сегодня делали, не помню. А куда мы заезжали сегодня? И что нам сказали, куда послали? Не помню, о чем-то. За номера. А, тэп! Номеров можно еще не скоро ждать. Короче, захожу такая, ля-ля-ля-ля-ля-ля, такая, да-да-да. А говорю, здрасте. Я говорю, а где? Кажется, нема. Мы еще съели. Да. Кажу, какие такие мыши? Кажу, у тебя все? Нам надо было заплатить, получается, мы за них заплатили. Надо было перезаплатить, потому что там что-то там чуть-чуть больше, на какие-то там 10 гривен, что-то такое. Да, счета нету. Потому что еще а счета нету, потому что еще никто тендер не выиграл. Да. А никто тендер не выиграл, и когда он выиграется, вообще непонятно. Их до сих пор не делают. Вроде обещают в марте. Обещали в феврале? Нету. Обещают в марте. Больше 3 месяцев. 3,5 месяца. Почти, да. Вообще круто, да? С ума сойти, наливай. Короче, это, конечно, оно не горит, но факт в том, что, знаете, оно уже и заплачено, уже и все это. Могли бы уже как-то... Ну, нам пообещали, что мы будем самыми первыми, кому они сделают, так как мы самые первые ждем их. Ну, мы же еще с конца прошлого года их ждем. Ну, да. Короче, мы год ждем их, да, получается. А онлайн когда сделают? Вообще непонятно. Может быть и сразу. А может быть и не сделают. Не, если выиграют тендер... Зай, может... его же давно нет онлайна. Уже год нету его. Из-за всего происходящего вот этого. Наверное. Не наверное, я ж помню. Ладно, пошли спать. Что значит пошли спать? Всем хорошего дня, мы спать. А-а-а. Мы сегодня непонятно что делали, непонятно чем занимались, зато сделали вкусняшку и ложимся спать. Спокойной ночи. Дверь нехорошего дня. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте за колокольчик. Героям слава. Да. Всем большое спасибо, что вы были с нами. И всем пока. Всем пока, до завтра. Да. Забирай свой чай. Ладно, я.